А если бы горожанина поймали за написанием оскорбительных надписей в адрес уважаемого человека, что бы с ним сделали? Как бы наказали? Отмудохали бы, во-первых. И на этом, я думаю, закончилось. Для начала, да. Да. Вообще, смотря какого человека, потому что за порядком следили в Риме вигилы. Потом уже при Октавиане Августе городские когорты встали в строй. Они, ну как, вот ты испортил стену, например, на ней писать нельзя, да. И тебя за этим заловили, дали по щам, отвели в околоток, и утром привели тебя это все мыть и красить заново, например. За твои деньги. Да, а если бы тебя поймали клиенты того человека, которого ты хаешь, тебя зарезать могли спокойно совершенно, это было в порядке вещей? И ничего бы им за это, скорее всего, не было, просто потому что не было видеокамер, их не могли бы за этим запалить. А если бы сказали, что вот зачем у человека зарезали, они бы сказали, что мы ничего не знаем, мы не обязаны свидетельствовать против себя. Это базовое понятие вообще римского права, которое дожил до наших дней. Никто не имеет права свидетельствовать против себя. То есть, если тебя спрашивают, виноват ты или нет, ты можешь сказать, что без комментариев, я ничего не знаю. Ну, право имеешь свидетельствовать, но не должен, так скажем. Да. То есть, твой обвинитель, это римляне первые догадались, должен сам доказать, что ты виноват. И когда он докажет, вот тогда уже будет другой разговор. Пока не доказано, что ты виновен, ты невиновен.